Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер один на странице 76 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Состав по рисункам два рассказа. Объясни, почему надо вычесть, найди разность и запиши ответ. Смотрим на первые рисунки. Было четыре белочки. Убежали две белочки. Осталось две белочки. Из четырех вычесть два, получится два. Две белочки осталось. Смотрим на второй рисунок. На ветке сосны было 1, 2, 3, 4, 5 шишек. Упала одна шишка. Осталось на ветке 1, 2, 3, 4 шишки. Составляем разность. 5 минус 1 равно 4. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.